Льдом могут заниматься только профессионалы. В связи с этим мы приглашаем к участию в конкурсе ледовых скульптур профессионалов, которые умеют работать со льдом. Конкурс непосредственно пройдет с 5 по 7 февраля на площади Революции. Но мы уже сегодня формируем заявки, можно их направлять в управление по работе с общественностью. К заявке обязательно должен быть приложен эскиз. До 1 февраля мы ждем заявки от профессионалов, которые занимаются льдом и могут скульптуры из льда изготовить на площади Революции. Значит, 7 февраля будут подведены непосредственно на площади Революции итоги. Мы будем награждать победителей дипломами, ценными призами.